Давай, рассвет проспишь. Доброе утро. На полу сегодня сплю. Половой жизнью занимаюсь. Вчера разобрал. Собрать не успел. Уже неохота была. Но оно нормально, тепло так-то, в принципе. Дверцу даже не закрывал, жарко было. Ну вот, в принципе, даже не нагрелась шибко. На кирпич надо будет завести все равно. И под печкой тоже сделать. А так вообще жарище. Ночью где-то до ноля температура опускается. Но в избушке было жарко даже. Это я еще особо-то не подкидывал даже. Так что, думаю, зимой будет тепло. Зря там пишут, что окочурюсь зимой. Приехал я вчера. Немного позанимался тут. Может, ну, вставлю, может, кадры. Немного снимал. Больше отдохнуть хотелось. Так вот, маленько поутюбляли. Осталось два торца. С этой стороны эта стенка. Потом будем досками, не знаю, может зимой. Все равно особо-то делать нечего будет. Зимой будем обшивать досочками изнутри. Внутреннюю отделку, так сказать, производить. На улице-то холодно будет. Чем-то заниматься надо будет. Найдена улика, что здесь все-таки были грибники, пока меня не было. Опять нашли. Грибочек срезанный валяется. Ну, уже поедем. Но я такие грибы не собирал. Ну так-то ничего не трогают пока что. Я особо тут ничего не оставляю. Из ценного лопата, наверное, так. Кому нужно. Ладно, пойдемте сделаем кое-что для комфорта. Подойдет.
вот эту валежину в прошлый раз начал пилить. Меня как шершень долбанул в голову. Е-мое, думаю, что я им сделал. Оказывается, у них он гнездо здесь. Здоровенные шершни. Сейчас подойду, если что, убегу там. Может, они меня не заметят. Капец, кабаны такие. Мне кажется, уже заметили. Сваливаю. Та сосенка гниловатая. Сейчас что-нибудь поищу. Посвежее. Там на ножке только. На ножке выбрал. Вот вроде свеженькая осинка. Угу, то, что нам нужно. Обожаю, как свежим пиленым деревом пахнет. Аромат утреннего кофе. А здесь у нас грибная икорочка свеженькая за пяток.
Эх, как же я скучал эту рабочую неделю по лесочку. Вот такой вот на Озоне прикупил туристический наборчик. Это как крышка идет и кружечка. А там еще котелочек небольшой, ну такого же плана, на литр. Вполне удобненько, что 600 рублей, недорого. А там еще вилка, ложка, ножик в комплекте даже был. Не знаю, купил лампочку, вот, вроде как на 12 вольт должна работать. Но еще не проверял, будет, нет. Так, первое включение. И хрен. То ли я неправильно прочитал, то ли что. Но было написано 12 вольтовая, что то это 12 ватт мощности она. Или работает она от 12 вольт. От 12 48 вольт. От 12 вольт должна мощность 12 вольт. 12 ватт. Для напряжения 12 48. Без бутылки не разобраться тут. Ну не написано же нигде 220. Вот даже зачеркнуто 230 В. Может у меня аккумулятор? Аккумулятор севший просто. А может перецепить попробовать? Я же не знаю там плюс-минус. Как я подцепил? Ну-ка поменяем сейчас. Попробую. Минус к плюсу. Плюс к минусу. Ну если нет, сходить у машины еще попробовать этот аккумулятор цепануть. О! Да будет свет! Значит, там у меня неправильно не подцеплено. Нормально. На какой-то хрен две отрезал. Да, это один же так. Я говорю, из меня еще тот электрик тоже. Дома проводку менял. Наверное, раза два переделывал там, потому что замыкал везде все. Все как у людей будет. Включатели. Все дела. Землянки тоже надо будет сделать нормально. Аккумулятор буду под кровать ставить. Кровать сейчас сделаю. Вполне хватает одной лампочки. Светло. Избушка маленькая. Интересно, насколько аккумулятора будет хватать. Тут поле проходит, если кто не знал. Ну, сено где? Солому где набирал. Сегодня там что-то делают. Пашут, может. Или просто мимо проезжал. Что-то там гудит. Достали эти тарахтелы. Из города уехал. Тишины, в тишине побыть ему, а нет. И здесь тоже.
Это как-то тоже один раз было, что я приезжал, занимался здесь в домике чем-то. Пока я здесь отдыхал, занимался, все это время там трактора гудели, что-то там сеяли, убирали или уборочных. Как я все собрался домой ехать, и смотрю, они тоже поехали сразу домой. Молодцы, думаю, что вовремя вы, как обычно. Это все только из-за работы вблизи сделал домик, чтобы связь была. Если не работать, я бы куда-нибудь забурился. Просто там связи нету. Ничего, может, в будущем забуримся. Гвоздей вот у меня только больших нету. Сегодня уже не нужна лежанка. Так что так оставлю пока. Потом в следующий раз с гвоздями приеду, уж приколочу. Красота. Как ровно, нет?